Всем привет! С вами снова Влад Гриф. И сегодня у нас на обзоре кроссовки от Adidas под названием Собаков или Собаков, кому как угодно. В общем-то, это у нас летняя модель. Верх у нас ребристый, вязаный. Очень мягкий и податливый материал. Шнуровка обычная. Язычок у нас не пришитый. Так, полоски. Полоски у нас вот такой вот формы. Удаляются к пяточной зоне. Данная стилистика полосок у нас выполнена, напоминая о модели Predator у футбольных бутс. Собственно, этому, наверное, они и посвящены. Что касается у нас подошвы. Подошва здесь у нас, насколько я понимаю, Эва, но все это облачено в резину, причем резина очень хорошая, очень интересной фактуры, даже немножко напоминает каучук, самый мягкий. Вот, довольно-таки высокая у нас структура подошвы и кажется громоздкой, даже в задней части можно это видеть. Протектор у нас довольно-таки цепкий. Что касается размера, по размеру, наверное, я думаю, плюс-минус нужно себе подбирать в размер. Весят они достаточно немало, 440 грамм я отмерил на весах. В общем-то, довольно-таки тяжелая по нынешним меркам модель. Но в то же время модель очень удобная. Наверное, из моментов, которым бы им добавить, это нахлёст подошвы в зоне пальчиковой коробки, наверное, не было бы лишним. Но в принципе и так сойдет. Довольно-таки мягко ногавник себя ощущает, довольно-таки комфортно. В летний период перемещаться достаточно хорошо. Еще один интересный нюанс или момент, это как сделана пяточная зона. Вот такой данный интересный нюанс способствует у нас легкому обуванию данной модели на ногу. Ну и соответственно достаточно легко она снимается с ноги. Это интересная такая фишечка здесь. В целом силуэт достаточно необычный, но в то же время интересный. Я думаю, что найдутся любители подобной обуви. На ноге смотрится тоже достаточно интересно, что далее продемонстрирую в видеоролике. В общем, достаточно интересная модель. Обратите внимание. Мне она плюс-минус понравилась. Ну, конечно, не так, как в бустовских моделях. Но, тем не менее, своя изюминка у них есть. Ну, а на этом всем спасибо за просмотр. За ваши лайки, за ваши комментарии, за вашу подписку. Всем добра, всем хорошего настроения.